Ученица 14-й гимназии Варвара Лагутина только недавно переехала со своей семьей в Одинцово из Барнаула Алтайского края. Варвара одна из первых в Одинцовском округе, кто подал заявку на участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Уже выполнила первое дистанционное задание, создала видеовизитку. Приветствую тебя, дорогой зритель. Меня зовут Варвара Лагутина, мне 13 лет, и я из города Одинцово Московской области. И это видео специально для тебя «Большая перемена». Классный руководитель Татьяна Овчаренкова помогает Варваре с подготовкой ко второму этапу. Надо сделать как минимум 9 добрых дел, зафиксировать их и выложить у себя в соцсети. Пока планирует заняться волонтерской помощью в детском саду. Это хорошо. Мы это имеем в запасе. А еще что-то, может быть, что-то еще. Танец, песня. Игра. Главная задача конкурса – дать молодежи навыки проектной работы, ставить цель, искать ресурсы, писать программу действий. Для Варвары же пока самое притягательное в конкурсе – приз. В ее возрастной категории 5-7 классы – это путевка в Артек и поездка на поезде через всю страну. У меня была одноклассница, но она переехала в Москву, и в Москве она приняла участие в «Большой перемене», и я увидела пост у нее в ВК, что она участвует в «Большой перемене». Я решила на следующий год тоже подать заявку. Я увидела, что она попала в Артек, она победила, по разным городам путешествовала, и я тоже очень захотела. В этом году «Большая перемена» стала флагманским проектом движения первых. Татьяна Кусмарцева, которая организует работу этого движения в округе, как раз приехала в 14-ю гимназию. Напоминает, что победители конкурса получат дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ, либо до 1 миллиона рублей на образование или стартап. Да, в этом году очень интересное у нас новшество, так как ранее можно было принимать участие с 5 класса, а в этом году можно принимать участие ребятам с 1 по 4 класс. Но только особенность, что принимают они участие вместе со своей семьей и в дальнейшем могут выиграть путешествие. Осталось несколько дней до завершения приема заявок на участие в конкурсе. Адрес «Большой перемены» легко найти в любом поисковике. Подать заявку можно до 20 мая. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцово».